Здравствуйте, мы на Пятом Форту. Не волнуйтесь, я помню, что программа у нас не историческая, а спортивная. Просто именно тут проходило открытие чемпионата России по шахматам. Высшая лига. И здесь собрались лучшие умы России, элита шахмат. Два олимпийских чемпиона, чемпион мира. И без исторической составляющей, конечно же, никуда. Были организованы здесь две тематические выставки, одна из которых носила название «Шахматы в годы войны». Ну а сами игры проводились на базе одного из калининградских отелей, где мы также побывали. Участников было 100, а призовой фонд, вот сейчас внимание, 5 миллионов рублей. Это далеко не предел. Так что подумайте, может, шахматами стоит заниматься. В Московском музее шахмат хранится потертая книга Эммануила Ласкера «Здравый смысл в шахматной игре» с необычным сопроводительным письмом. Его автор, передавая книгу в музей, рассказал, что она прошла с ним по всем фронтам Великой Отечественной. Даже в Сталинграде, в крепости на Волге, даже в самые трудные месяцы конца 1942 года игру не забросили. Доски с фигурками, иногда изрядно потрепанными, фабричными, иногда самодельными, из гильз, были и в подвале знаменитого дома Павлова, и в штабе генерала Василия Чуйкова. А в 1945-м именно Чуйков организовал уникальный шахмат. Шахматный матч между советской и американской группами войск в Германии. Представители союзных держав сыграли в Берлине на 10 досках. СССР победил 10-0. Василий Чуйков был одним из самых известных шахматистов среди генералов, но не единственным. Маршал Александр Василевский неплохо играл сам и научил играть в шахматы сына. Маршал Константин Аркасовский бывало по полдня гонял по шахматной доске сына. А легендарный летчик ас Александр Покрышкин часами сражался в шахматы с младшим братом Виктором. Единственная шахматная книга, вышедшая в годы войны, пусть тонкая, без обложки, на дешевой бумаге, но вышедшая, к тому же тиражом 20 тысяч экземпляров, называется «Шахматы в госпиталях». Война застала шахматную жизнь страны на взлете. 22 июня, уже после объявления войны в Ростове-на-Дону, по инерции доигрывались партии полуфинала первенства страны. Поединки заканчивались быстро и бескровно. Партнеры не просто пожимали руки после партии, они прощались. Но уже в ноябре 41 года, когда врага отделяли от Москвы только десятки километров, в столице был организован чемпионат города. Он длился целых 42 дня, но в нем были сыграны все партии. С 1942 года лучших шахматистов страны стали беречь, как национальное культурное достояние. Не только в столицах, но и в Свердловске, Куйбышеве, Иваново шли показательные турниры с участием мастеров и гроссмейстеров. А в 1944 году легендарный колонный зал Московского дома союзов принимал финалистов 13-го первенства страны. Самуил Маршак, приветствуя участников первого военного чемпионата, писал: «Огнем прорвали мы в полях ряды немецких линий. Был на Днепре объявлен шах, и будет мат в Берлине». Так и случилось. Чтобы еще больше привлечь ваше внимание, напоминаю, 5 миллионов рублей призовой фонд. Ну а теперь про спорт. Так, это же, в принципе, первый раз проходит такого уровня соревнования именно для взрослых у нас в области. Ну, в принципе, да. Там далеко, в начале, там, в 50-х годах Советского Союза проводился полуфинал Высшей лиги Советского Союза. Ну, вот в новейшей истории шахмат Калининграда, конечно, впервые, да. Ну, детские-то юношеские были? Ну, детские и юношеские были, да. Мы проводили первенство России среди юношей. Наш турнир освещается полностью по всей России. Он стоит в графике РШФЭ. Иностранная пресса его освещает, потому что сюда приезжают, ну, все сильнейшие шахматисты России на сегодняшний момент бороться за путевку в суперфинал высшей лиги. После проведения этого турнира мы будем проводить в 20-х числах июля традиционный турнир международный на призы чемпионки мира Костенюк, который стал у нас уже традиционным. У нас ежегодно приезжает там более 150 юных спортсменов. В этом году он расширяется, потому что добавляется новая категория до 12 лет. Поэтому будет интересно. Приглашаем всех родителей, детей, которые занимаются шахматом, приходите, принимайте участие в этом соревновании. Начинали эту часть нашего общения мы с призового фонда. Да. Давайте, собственно, им, наверное, подведем итог. Давай. 5 миллионов рублей далеко не предел для шахматного мира. Ну, есть, конечно, другие старты, есть другие суммы. Ну, конечно, самый такой, скажем так, финансово объемный, это, конечно, первенство мира по шахматам. Там призовой фонд миллионы долларов, и есть к чему стремиться молодым спортсменам. Пожалуйста, становитесь чемпионами мира и будете зарабатывать такие деньги своим умом. Ну, мне кажется, неплохой вариант – ум и деньги. Занимайтесь шахматами. День России, центральная площадь Мамонова, силовой экстрим. Все вместе уже аксиома, как и программа происходящего. Поднятие на стол высотой почти полметра, камней весом от 80 до 130 килограммов, силовая эстафета, окантовка покрышки, становая с автомобилем, прогулка сварщика с модифицированными газовыми баллонами. Способны на такое, прямо скажем, немногие. Собирается сейчас 5 самых сильнейших спортсменов Калининградской области. В принципе, как можно сказать, что это эксклюзивный материал из людей, которые действительно
действительно самые сильные, и они могут показать только те результаты, которые сейчас покажут. Сильнее их нету. Богатыри все как на подбор. Кто-то тяжелоатлет, кто-то пауэрлифтер, а кто-то и вовсе мастер спорта международного класса по легкой атлетике. А есть и чуть ли не универсальный боец Руслан Мальцев из Ладушкина, который год ему нет равных во всех этих непривычных обывателю упражнениях. До конца лета, отметим, пройдет еще два аналогичных турнира. Пауэрлифтингом я не занимаюсь. У меня есть кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, но в данный момент я занимаюсь армрестлингом, являюсь мастером спорта. Вот, на России, в марте была, которая стала третьим, на левой руке, по сумме стал пятым, выполнил мастера спорта, поэтому так. Тренер Сергей Федорович Попов. Переносимся в Янтарный, где прошел очередной тур чемпионата области по пляжному футболу. Почти экватор турнира, а вся борьба еще впереди. Пять коллективов разыгрывают две путевки на финал Кубка страны в Сочи. Кстати, чудеса, но в этом виде футбола российская сборная и отечественный чемпионат сильнее всех в мире. Даже выходцев со знаменитой бразильской Копакабаны. Все игроки сборной России — это двукратные чемпионы мира. По сути, 80% сборной Бразилии, испанцы, швейцарцы, украинцы. А Украина — это очень грозная сила в мировом пляжном футболе. Все сливки общества пляжно-футбольного играют именно в чемпионате России, поэтому он вызывает такой ажиотаж и интерес. В областном чемпионате в 11 турах играют 11 команд вплоть до 9 августа. Нововведений немало. Матчи проводятся вновь в трех городах — Янтарном, Светлом и Балтийске. В заявку включен молодежный состав Кронштадт Променада. За старший коллектив этой команды не безуспешно уступает единственный легионер, нападающий сборной Белоруссии, Олег Слаутин. Пляжи у соседей, по сути, только речные, но это не мешает котироваться их сборной в первой европейской десятке. Есть стадионы специальные, вот 5 стадионов в Белоруссии есть. На них тренируемся, проводим. Зимой все в мини-футбол играют, в основном в залах. И вот с февраля уже сборы у сборной начинаются. В теплые страны ездим на сборы. Так и готовимся каждый год. Пока лидируют Кливер из Светлого и Стар Тревел из Калининграда. Им в спину дышит Лукойл, ПСЗ Янтарь и все тот же Кронштадт Променад. Интрига, уверяют организаторы, будет отменной. Мы находимся в одном из, скажем, прямо так даже гротов 5-го форта Калининграда, где в режиме реального времени выставлена интересная экспозиция «Шахматы в годы войны». Она посвящена нашей основной теме передачи. Это чемпионат России, высшая лига, которая впервые проходит в Калининграде. И сейчас мы узнаем, какова историческая подоплека этих соревнований. Итак, прежде, безусловно, возможно, и это место сыграло свою роль в выборе Калининграда как место проведения этих соревнований. Да, конечно, это уже пятый раз, когда мы вместе с Российской шахматной федерацией проводим шахматные турниры в формате «Шахматы в музеях». И мы начали с Третьяковки, продолжили в Лувре и Русском музее, но потом подумали, что на самом деле в России огромное количество прекрасных, интереснейших региональных музеев. И к ним обязательно нужно привлекать внимание, в том числе через эти турниры. То есть Третьяковка, Лувр, Пятый форт. То есть у вас прекрасная, прекрасная компания. На самом деле вы в очень хорошем обществе. Ну и, конечно, в этом году год победы и эта дата. В ночь 21-22 июня началась Великая Отечественная война. И мы знаем о том великом подвиге гвардейцев в апреле 45-го именно здесь. При взятии, при штурме форта номер 5, мы знаем, насколько это прекрасный музей, один из немногих музеев России под открытым небом, поэтому нам кажется, что это очень символично. И именно поэтому вы здесь видите не только шахматистов сегодня, мы сегодня не только знакомимся с музеем, но мы привезли две выставки, о которых вы только что сказали. Первая – это «Шахматы в годы войны», а вторая – это «Наша летопись». Это фотовыставка «Судьбы людей военного поколения». Она очень трогательная. Вот это мероприятие – это именно тот самый стык шахмат, стык спорта и искусства. Так ли это? Да, конечно. Даже великие шахматисты человечества очень часто спорили, что же такое все-таки шахматы. Это спорт или это искусство? И на самом деле, по-моему, окончательного вердикта так и не вынесено до сих пор. Поэтому, наверное, шахматы сами по себе, они уже объединяют темы спорта и искусства в одном, интеллектуального творчества. И, конечно, то, что это происходит в стенах музеев, придает этому дополнительный интерес, конечно, и такую еще дополнительную краску вносит. Ну и этим же занимается и передача «Спорт для всех», объединяющая спорт, искусство и всевозможные другие сферы человеческой деятельности.
Попасть по приголе в Казань. Думаете, фантастиком? Отнюдь. На областных чемпионате и первенстве шел отбор уже на всероссийские старты, которые, несложно догадаться, прошли в столице Татарстана. Стоит отметить, на стартах не было самых именитых калининградских спортсменов. Они в этот момент находились на сборах, готовились к чемпионату России, где, в свою очередь, шла борьба за путевку на мир. Но подрастает и целый ряд очень многообещающих молодых гребцов. Бучнев Александр. Бучнев старший, у него брат мастер спорта в академической гребле. Вот. И он пошел по стопам брата. Гречный Роман, ну это вот Светловчане, да, и Хилюк Максим, 99-го года рождения. Еще один амбициозный гребец из Светлого — Анатолий Иванов. На прошлом первенстве России, кстати, тоже в Казани, занял третье место. Это при том, что был самым младшим в финале. В этот раз курс на золото. За год была проведена серьезная работа над ошибками. Самое главное теперь — не нервничать. Музыка тоже помогает, но в основном свои мысли отвлекаются. Они не думают, что вот сейчас будет старт, то что вот гонка. Просто расслабиться, сосредоточиться, то что разложить по дистанции все. Там старт, потом переход на работу. После километра уже увеличивать силу и финишировать. То есть сначала надо прокрутить все это в голове? Да. Каждый четверг до 30 июля на Балтике в 17 часов будут проходить вот такие баскетбольные файфоклоки. И в чем особая прелесть? Каждый раз все заново, все с чистого листа. И не важно, какое место ты занял на прошлой неделе. Новый четверг – новая возможность стать первым. Каждый желающий может принять участие в гетто-баскете. Каждый участник может прийти, собрать команду 3 человека, хотя бы 3 человека, заявить себя в той или иной категории, это младшая либо старшая категория, 18+, и 18+, да, соответственно, и принять участие. Гетто-баскет – это еще и возможность в прямом смысле играючи заработать на новую форму. Выиграли 5 встреч подряд, получаете призы от спонсоров и возможность совершить мэтшот – сумасшедший бросок, примерно с 25 метров. Попал — 10 тысяч рублей в награду. Для того, чтобы играть как тут, нон-стопом, нужно быть как минимум в неплохой форме, обладать завидной выносливостью. А меж тем девушки и парни играют на равных, а спорт там довольно жесткий. Как показал опыт, можно играть с мальчишками. Единственное, что, конечно, может где-то габариты и массы чуть-чуть не хватает. Девочки пытаются с нами играть так же жестко, но все равно понимаешь, что это девушки, и не можешь их как-то там затронуть больше, так играешь с ними более лояльно. Так. А когда идет игра очко в очко, джентльменство куда-то исчезает. Когда они начинают наглеть, тогда уже сами начинают серьезно играть. В общем, если вы любите баскетбол, у вас есть пара друзей, которые разделяют ваши взгляды, то вам будут рады каждый четверг с 17 до 22 часов на стадионе «Балтика». Меж тем мы покинули 5-й форт и переместились непосредственно к самим битвам. Вот буквально в нескольких метрах от меня происходит чемпионат России по шахматам. А рядом со мной единственная барышня в мужском чемпионате. И вот каково с этим быть? На самом деле, мне пока что очень нравится играть в мужском чемпионате. Я впервые играю в высшей лиге мужской, разумеется. Но, конечно, напряженные партии. Если в женских шахматах можно немножко отдохнуть, где-то какие-то партии полегче, соперники немножко послабее, то здесь каждая партия – это борьба. То есть, действительно, это не миф. Мужской шахматный мир и женский, они различаются по уровню? Да, сильно различаются. Все-таки в женских шахматах часто присутствуют такие качели в оценке позиции, очень эмоциональные решения принимаются, а здесь нужно контролировать ситуацию, всю партию, знать, что сопротивление, даже если у тебя позиция лучше, будет до последнего. Женщины не понимают, как можно прекратить игру, когда на доске еще есть фигуры. Как уже успехи ваши? Пока что у меня полочка из двух, но качество партии меня устраивает. Вчера партия была хорошая, напряженная, с перевесом стояла, а в конце вот женские шахматы начались. Мало кому известно, но чтобы выдержать турнир, у нас присутствует физическая подготовка также к турниру. Что она из себя представляет? Ну, это какие-то виды спорта на выносливость, там бег, плавание, чтобы действительно выдержать такой марафон каждый день, 5 часов, и еще подготовка. Да, я желаю вам удачи. Хотя в шахматах помогает все-таки не она. И давайте закончим наш диалог тем, что вы пригласите других людей заниматься шахматами. Глядя в камеру. Да, я очень советую, особенно в младшем возрасте, начинать обучение шахматам, потому что это развивает многие качества личности. И даже если в дальнейшем ребенок не будет профессионально заниматься, то в целом очень полезно.
Заглянем к нашим чемпионам, коих ежемесячно все больше и больше. На стадионе трудовые резервы неустанно оттачивают мастерство. Сборная области по адаптивной легкой атлетике. У ребят разные проблемы со здоровьем, но одна общая цель – быстрее, выше, сильнее. Вот, например, Александра Ручкина, за год выполнившая норматив мастера спорта и мастера спорта международного класса. Девушка неплохо бегает, но еще лучше прыгает в длину, выиграв две медали чемпионата страны среди лиц с интеллектуальными нарушениями. При определенном усердии и удаче впереди у нее солидное паралимпийское будущее. Я вижу, что она стремится. Очень такая надежная девчонка. Тренируется стабильно. Вот, вчера, допустим, в Зеленоградск тренировка приехала. Сама приехала. Там потренировались. Все дела. Поэтому, в принципе, с ней работать интересно. Призер двух сурдолимпиад Дарья Загодеренко тоже на достигнутом не останавливается. На недавнем чемпионате России среди глухих подопечных Александра Григорьева стала первой на 100-метровке с барьерами и третьей на барьерной дистанции 400 метров. Впереди европейский чемпионат, где по сути чего-чего, а акклиматизироваться точно не придется. Турнир пройдет в польском Быдгоще через месяц. Время на обдумывание всех плюсов и минусов отечественного чемпионата еще есть. 4 с барьером не получилось. 8 барьеров лидировала, первая была. Вот. А потом тяжело, не хватило немножко подготовки. Зимой болела. Вот. Ну, на чемпионат Европы, тем не менее, попала. На 100 с барьерами и на 400 с барьерами. Теперь о европейском триумфе строителей тела. На чемпионате Старого Света в Испании Антонина Лазукова и Алексей Исупов исполнили мечту. Антонина стала двукратным триумфатором среди юниорок и абсолютной чемпионкой по бодифитнесу среди женщин, продолжив победное шествие и на учебном фронте. Недавно подопечная Александра Тимошенко сдала все экзамены и защитила диплом по сложнейшей теме в Калининградском государственном техническом университете, приложив немало усилий и в тренировочном зале, и в учебной лаборатории. Так вот решила сосредоточиться, что я после соревнований приеду и все сделаю. Было тяжело, было напряженно, потому что все писали диплом в основном так месяца 3-4, а мне пришлось уложиться за месяц. Ну, бессонные ночи, без этого никак. Ну, вроде как справилась. Алексей, в свою очередь, поразил жюри и оппонентов великолепной готовностью в классическом бодибилдинге. Это при том, что Исупов не только тренируется, но и тренирует, причем уже более 16 лет. Универсального чемпионского рецепта, по его мнению, нет. Все строго индивидуально. Но прописные истины присущи любому достижению. Я считаю, надо готовиться побеждать всегда. И мне было, в общем-то, все равно, кто соперники. Вот, у меня... Два основных было, это испанец и итальянец. Ну, соответственно, второе и третье место. Теперь мы в зале для любителей выяснения отношений на руках. Впервые в истории регионального спорта калининградка завоевала бронзу на взрослом чемпионате Европы по армспорту. И сделала это пока не международница Якимова, а другой мастер Елена Кульпина. Ей было по силам стать и второй, но отнюдь не первой. Лидирует пока невероятная литовка. Но в решающей серебряной схватке с представительницей Белоруссии подопечная Сергея Попова не сумела использовать все свои лучшие качества. В армспорт она приходила дважды. В этот раз, кажется, это окончательно. А главное, обоснованный шаг. Азарт от борьбы, удовольствие от победы. То есть хочется какой-то отдачи от тренировок, от поединков. Вот это дает армспорт как раз таки. Продолжаем нахождение на чемпионате России по шахматам. И я говорю приглашенным голосом специально, потому что буквально в паре метров от меня идут настоящие баталии. Это цейтнот, но один из участников освободился. Это калининградец, международный мастер, с которым, наверное, настало время пообщаться и узнать, что такое все-таки классические шахматы, что вот это именно как тот самый марафон. Это действительно не только умственная, но и физическая нагрузка. Ну, на самом деле, насчет марафона это такое преувеличение. Шахматные часы появились в начале 20 века, а до этого партии игрались и по сутками, потом 12 часов. И шахматные часы вошли в практику уже где-то в 20-х годах, когда партии делились по 8 часов, по 10, потом по 6. Сейчас максимально, что может быть, это 5,5-6 часов. Я бы не назвал это марафоном с учетом вот истории великих предков, но тем не менее, да, классические шахматы — это контроль, где у соперников у каждого больше, чем по одному часу. Я знаю, что в недавнем прошлом вы тренировали детей. Вот каково это — понимать очень хорошо игру, но научить ребенка понимать это все-таки? Тренерский труд — это вообще огромная специфика. То есть, как в любом, и в футболе наверняка знаете, что бывшие футболисты становятся тренерами, и не у каждого это получается.
получается, да. То есть есть пример Микаэля Лаудропа, менее удачный, есть примеры более симпатичные, к примеру. Также и в шахматах. Задача тренера основная – это посмотреть партии твоего ученика, понять его слабые стороны и как в бизнесе, что ли, постараться найти самое слабое звено и потихонечку его улучшить. Вот это, вот, наверное, самое важное в тренерской работе. Наверное, если ты, в принципе, среднестатистический человек, ты здоров, ты можешь научиться играть в футбол. Любому ли доступны шахматы? Ну, наверное, нет. Наверное, талант играет, наверное, 15%. То есть, в принципе, есть наверняка какие-то люди, которые могут достичь определенного уровня, но из-за каких-то способностей не дано достичь высшего уровня. Вы знаете, Гарри Каспаров сказал очень интересную фразу. Говорят, что вот есть талант и есть трудолюбие. Но это неправда, потому что трудолюбие – это и есть самый большой талант. Если ты умеешь трудиться на все 100%, то вот все твои как бы врожденные минусы, они могут быть очень сильно компенсирован. И сам Каспаров считает трудолюбие своим самым большим талантом. Очень, очень интересная мысль, на мой взгляд. Так что, если вы трудолюбивы, приходите и занимайтесь шахматами. И сегодня в нашей рубрике интервью пообщаемся с Романой Плачинто. Чемпион Европы, чемпион мира, и который не так давно вернулся вновь в большой спорт. Вот насколько уходили и в связи с чем уходили-то? Ни для кого не секрет. Все знают, что я, в общем-то, уже не молодой атлет. Периодически нужно делать паузы, делать ревизию своему здоровью. Ну и, честно говоря, немножко в свое время потерял интерес, потому что все, что хотел, в общем-то, добился. И чемпионат Европы выиграл, 2 раза чемпионат мира выиграл. Вот, поэтому не было достаточной мотивации. Но по прошедшей определенного времени, в общем-то, вот это вот состояние азарта, желание вновь выйти на подиум появилось. Ну, уже за спиной есть недавнее выступление весной. Как там все сложилось? Планов поехать на чемпионат Европы этим сезоном не было. Были планы хорошо выступить на чемпионате России, что, в общем-то, я сделал. Завоевал серебро в своей категории. Ну, думаю, что следующей весной уже будем двигаться дальше и на международный подиум. И так далее. Что касается того, как в принципе попали в этот спорт, почему именно бодибилдинг? Почему был такой выбор сделан? И был ли это выбор между другими видами спорта? Да, раньше я занимался футболом до 16 лет. Потом как-то резко у меня вот ощущение вот этого вот азарта опять же пропал. И пропал интерес занятиям. Не знаю, с чем это было связано. И как раз вот в 15 лет я пошел заниматься этим видом спорта, хотя этого вида спорта как такового-то еще и не было. И тренажерных залов не было, и были просто тяжелоатлетические залы, мы тренировались со штангистами. Вот. Желание было какое? Ну, хорошо выглядеть в подростковом возрасте. Люди, подростки хотят нравиться девушкам, чтобы костюмчик, так, как говорится, хорошо сидел. Ну вот, в общем-то, были такие желания. Ну, дальше больше. Кого-то из нынешней молодежи интересует, какие дивиденды он с этого получит и так далее. А для меня это хобби. Мне просто интересен сам процесс. Ну, ни для кого не секрет, что с бодибилдингом связано огромное количество стереотипов. Это нарциссы, это просто качки, а сам или на протеинах, там, ну, условно говоря. Приходилось когда-то бороться с ними на просторах интернета или в реальной жизни? Я бы подразделял бы людей, которые ходят в тренажерный зал. Да, это качки. Качки – это те, которые не стремятся попасть на подиум, которые тренируются ради того, чтобы быть большим. Вот. Где-то, в общем-то, перебирают с какими-то фармпрепаратами, употребляют запрещенные вещества. А есть люди-спортсмены, вот, те, которые реально готовятся для того, чтобы выступать. Это бодибилдеры. Все, кто с головой правильно тренируется, это люди обязательно здоровее, чем большинство
обывателей, которые ходят по улице, которые не занимаются никаким видом спорта. Это я и хочу донести до всех остальных людей. Обязательно занимайтесь, сходите в тренажерный зал, занимайтесь бодибилдингом или просто там, фитнесом и так далее. А можем ли составить сейчас от 3 до 5, не знаю, заповедей для начинающего бодибилдера? В общем, я считал, закройте меня на месяц в тренажерном зале, дайте еды, и я через месяц буду здоров. Вот. То есть подразумевалось, ешь больше, тренируйся больше, и поэтому ты будешь расти. Нет, конечно, нет. Вот. Первый же совет, который я хочу дать, что, конечно, больше уделять внимание восстановлению. Тренировки должны длиться час-полтора, не больше. Вот. Дифференцировать нагрузки. Если сегодня была достаточно тяжелая тренировка, то, может быть, следующую тренировку сделать более легкую и так далее. Ну и самое главное, что вот и в мои годы не было, к кому обратиться, и журналов-то не было и так далее. А сейчас практически в каждом зале тренируется серьезный атлет. Можно всегда подойти и разговаривать, потому что в собственном соку не сваришься. Спасибо большое. А так, сейчас минутка самоуничижения. Пожалуйста, делайте выбор. Никита, 27 лет, либо Роман занимается 27 лет. Шахматы – игра сложная, но оборудование для нее довольно простое. Казалось бы, стол, стул, шахматная доска да фигуры, но даже в этом виде спорта прогресс дошел до определенного уровня. Вот табло чемпионата России, высшая лига по шахматам. Здесь в режиме реального времени любой желающий может посмотреть, как думают спортсмены, как они ходят. Ну и при желании здесь можно многому научиться. За счет чего это работает? Там в шахматные фигуры и в доски вмонтированы специальные датчики. Так что теперь можно подойти, посмотреть и, что самое главное, прокомментировать, потому что там ни один лишний звук не допускается. Все прочие интересные подробности, чем завершился чемпионат России по шахматам, мы расскажем в следующей программе. Ну а пока занимайтесь спортом и до новых встреч. Увидимся.